Обсудили застройку города, парковки и увеличение мест в детских садах. В Кировской городской думе прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Одним из первых обсудили депутаты вопрос, как увеличить количество мест в детских садах в центре Кирова. Предлагается расширить список застройщиков, которым предоставляют землю в городе и которые готовы строить за свой счет детские сады на первых этажах многоквартирных домов. Обсудили и проблемы с парковками в Кирове. По мнению депутатов, необходимо пересмотреть правила расчета машиномест при строительстве зданий. В том, чтобы внести в текстовую часть правил землепользования застройки изменения, касаются они следующего. Да, значит, те нормы расчета машиномест, которые на сегодняшний день установлены местными нормативами, да, заменить на... Да, у нас, по сути, предусмотрено, ну, ссылка идет на региональные нормативы.